Всем доброе утро. Хорошего настроения. Тоси-боси, туды-си-биси. Как видите, погода у нас сегодня солнечная. Ну а я, как обычно, привел малую к мамане. Сейчас помчуся, оставлю ее и по своим делам. Так что пойдем вместе прогуляемся. Все, сходил я по своим делам, свободен как никогда. Но время, сейчас отправляюсь домой, пойду пешочком, потому что на улице такая погода хорошая. Прям рай. Так что потихо идем. Снега в центре сколько. Я уже говорил в предыдущем, что ли, виде. Немерено снега. Вообще даже таять не хочет. Ни в какую. Что-то долго-долго тает. На лавке. За церквушечкой. Сигаретку-то покуриваю. Сижу уже полчасика, так охота сидеть и никуда не идти, вообще никуда, не знаю, неохота ни домой, ни за малой. Сижу на фонтанчике, Кирова фонтанчика нет, машины только надоели, блин, сзади дорога туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда едет, а так вообще ништяк. Божественно. Жарко, солнце припекает. То заходит, то выходит. Лафа. Вот так вот. Но надо вставать и идти. Так что встаем и идем дальше. Двигаться надо как-то. Идти еще километров, не знаю сколько. Километра 2-3. Дойду, думаю. Вот здесь нахожусь я. Встаем, поправляем ботинки. Идем на мое место. Уже сигарет 5, наверное, скурил. На улице вообще ништяк. Топчем, короче, чего делать-то? Делать больше нихер. Остается только идти. Идти и идти. В фонтане снег еще до сих пор. Скоро подключат. Будет музло играть. И водичка литься. Лисина. Ушатанная. То ли в этом, то ли в каком году Анютка говорит, ремонт будут делать. Уже давно пора хотя бы покрасить ее. То да все, парты, шкафы в разобранном виде. Великов сколько. Сейчас вся молодежь всем везет. На лесопедку шел. Шик, вернее. И в школу погнал. У нас раньше такого не было. Все ходили пешком, насколько я помню. Мы не ездили на велосипедах. У нас все, Алиса. Можно я на электросамокате поеду, ага. Не пристегну его, ничего. Оба, видите? Была дорога. Нет дороги. Вот дорога. Обходим.
нормальный тротуар, человеческий, все для людей. Зашел в наш лес, тенек прохладно, так прикольно. Все, дорога наполовину это отсыпана, наполовину в снегу. Это некрасиво, когда снег валяется. Весь в ветках, в елках. А когда лето, все зеленое, все это мусора даже не видно. Хлебушка надо купить, сейчас к маме пойду. Бутерброды есть с яичками пасхальными. Вот так вот. Какое-то у меня такое равновесие, бля, внутри, что на все ложить, как будто. Бороду чуть сбрил, сразу подбородок появился. Проще не бриться. Вообще. Теперь мне по этой няше надо как-то пройти. Я не знаю, я вешу 120. И нормально, сносно. Оба, оба. Птички. Умиротворение. По этой тропиночке белок сколько? Много. А вон и бутылок. Немерено. Просто. Пошел тоже, лучше по другой пошел. Мне же хлеб надо купить, а хлеб у нас там ларечек есть. Там он магазин есть, конечно. Но лучше в ларечке свеженький. Еще и очки запотевают. Где тало? Башка потеет, очки тоже тлеют. Уголки сверху. И нихера не видать. Вот так вот. Ах, пиздец какой-то. Вот, согласен. Орут там что-то узенькое. Тропиночка. Кашка. Это какой домик. Он еще. Сначала думал, как будто в дереве выстрелено, но мне кажется. Наверное, но черный квадрат Малевича. Двигается. Здесь меня хотят покрестить. Не в центре, где я сейчас был. А здесь у нас, чтобы далеко не ходить, вон дом, тут этот, церквушка, и все. Я только ботинки очистил, и опять в ту же, белоснежный. Идти убраться. У меня постирается все. Все ништяк вокруг. Шум пусть.
лэп. Взял два лаваша, таких круглых, армянских, их круглых, короче, и милку одну топчем. Хавать. Встречают пирожочки. С чем пирожки? С мясом пирожки. Имбирек. Сейчас это порежу, лаваш заверну. Какой-то салат странный. Колбаску туда. И это. Чем лавашек заверну, покажу. Бомбочка будет. Вкусняшка. Майонезиком омазал, кусочек отломил такой себе. Мама тут. Я говорю, снимаю. Удивляется. Такая шавуха у меня. Называется шаверма студенческая. Хотя в студенческие годы такое еще, наверное, и нет. Не ели. А еще вот имбирек положу. Люблю имбирь. А он у них сохнет. Все. Сейчас запакую ее. Вкуснотища. Дурь просто. Сачку бы надо было, сачку бы пить. Как я вам, как скинхед какой-то выгляжу. Вкусняшка. Лаваш. В лаваш хоть просто сыр заверни. Вкусно. Да даже просто лаваш. Это очень вкусно. Обожаю армянский лаваш. Пирожочки выглядят так. Все, полетел хавать. Давайте.